Один из самых нашумевших вопросов в последнее время – это цены. Сначала они резко возросли, потом снизились, но сейчас мы поговорим не об этом, а зависит ли цена от города. Для этого мы проинспектируем цены в Донецке, Мариуполе и Докучаевске. Соберем борщевую корзину и так сделаем срез на мясо, овощи и бакалею. Сейчас цены понизились? Да. Здесь и были ниже. Мясо поднялось, молочка поднялась, по-любому поднялось. Чуточку ниже стали, да. Сначала выбираем мясо, готовят борщ в основном из говядины и свинины, но некоторые делают его с курицей. Здравствуйте, мы выбираем мясо для борща. Какое вы нам бы посоветовали мясо взять? Полкило. Хорошо, ребрышки можно взять. Давайте ребра. По цене вам вышло на 104 рубля. Итак, мясо мы выбрали, вот такой кусочек у нас вышел на 104 рубля. Дальше идем к овощам. Выбираем картофель, лук, морковь, свеклу. Здесь она по 36 рублей. Что хотелось бы отметить, что на многие товары появились ценники красные. Называются они социальные цены. Вот, как мы видим, есть такой ценник на капусте, также есть на картофель, который нам тоже пригодится, и есть на моркови. Все это входит в наш борщевой набор. Итак, овощи мы выбрали. Мы не все овощи брали по красному ценнику, поэтому если брать по социальной цене, могут получиться еще дешевле. Сейчас мы идем выбирать томатную пасту. Возьмем два вот таких пакетика, они по 17 рублей. И идем на кассу. Итак, наша борщевая корзина нам полностью обошлась, 250 рублей, это в Донецке. Посмотрим, что получилось у наших коллег в Мариуполе и Докучаевске. В Мариуполе наши коллеги отправились собирать борщевую корзину на один из рынков. Цены здесь значительно выше. Картофель, лук и капуста дороже 50 рублей, свекла – 70. Ценник на мясо тоже завышен. Ну, мариупольцы берут ребрышко на борщ. Ребро стоит примерно от 300 до 350 килограмм. Вот. Также берут лопаточки. Ну, у кого на что есть деньги, так скажем. Лопаточка 350. Сравним цены рынка с магазинами. Здесь все значительно дешевле. Овощи почти в два раза. Морковь 28 рублей, лук 19, свекла всего 26 рублей. Здесь, как и в Донецке, на многие товары установили социальные цены. Подсчитав все цены в Мариуполе, можем сказать, что самый дешевый вариант классического борща обойдется в 250 рублей. Если не искать, где продукты подешевле, в 350. А это уже Докучаевск. Цены на овощи средние. Картофель 35, капуста 25, а лук 45 рублей за килограмм. Прицениваемся к мясу. Чтобы приготовить борщ, нужно туда положить мясо. Вот мы находимся в мясном отделе. Полкилограмма курицы. Скажите, сколько это будет стоить? Полкилограмма курочки или можно с голени заготовить, можно с карбонатиков. Голень 190 рублей килограмм стоит. На трехлитровую как кастрюлечку можно 5 штучек, это полкило будет где-то, это 80 рублей. Итак, подводим итог. Борщ со свининой дешевле приготовить в Донецке. Это обойдется в 250 рублей. Столько же в Мариуполе, если покупать продукты не на рынке, так как там потратить придется уже 350 рублей. Ну а в Докучаевске такой борщевой набор обойдется в 300 рублей. Анна Требушкова, Ирина Ефремова, Виктор Баркалов, Александр Мартов, Эдуард Юрьевич и Эдуард Чернов. Телеканал «Оплот».